Вера связана с временем. Рцмена дакавширебулия дростан. Да, время, когда нас Бог возвышает. Арис дро роца гмерти агвамаглебс амокцевс. Он поднимает нас духовно, воспитывает нас духовно. Ис гвамаглебс амокцевс чвен да гзрдис сулиерат. Чтобы мы были крепким фундаментом. Ром чвен викот злиери садзирквели. Вы действительно духовный фундамент. Твен синам дуилеши да нам дуилат сулиери фундаменты. Который Господь будет прилагать к вашей церкви погибающих. Ромелиц дадебс твен секлесияши дагупул татуис. Поэтому укрепляйте веру вашу. Амитом ганам ткицет твен рцмена. Кто ожидает ответ от Господа? Вин элодеба пасухс хмертизган. Кто молится и ожидает ответ от Господа? Вин лоцулобс да элодеба пасухс хмертизган. И вы ждете ответов от Господа. Да твен элодебит пасухс хмертизган. Тему, которую я хотел с вами поделиться, тема, ромелиц минда гагизиару, называется «Шесть причин». Квия экси мизези. Почему Бог тебе не дает ответа? Ту ратом аргадзилебс гмерти пасухс. Это очень важно для нашей духовной жизни. Эс залием нишнелования, чвени сулиери цховребистуис. Мы должны анализировать свою духовную жизнь. Чвен унда гава анализо чвени сулиери цховреба. Почему Бог иногда нам не дает ответов? Рату аргадзилебс гмерти хандахан чвен пасухебс. Я понимаю. Ме месмис. Твоя проблема. Чвени проблема. Который мы имеем, ромелит чвен гуакс, это вызов для твоей веры. Эс арис гамоцвева шени рцменисатвис. Ищи причину в себе. Эдзебе мизези шен ставши. Вы знаете, я недавно проповедовал тему, цотахнисин ме викадаг эрти тема, которая называется, ромельцац квия, найди причину и пове мизези, и изменяй свою жизнь. Да шецвале шени цховреба. В духовной жизни. Сулиер цховребаши. Мы должны всегда найти причину. Чвен суколтвицу нам нахот мизези. В чем она состоит? Рту рашим дгомареопсес. Почему я так живу? Ратом цховроб меясе. Потому что есть три действия. Имитору варис сами мокмедеба. Первое — это Бог. Первый я сарис хмерти. Когда я прохожу трудности и испытания по воле Божией. Роца ме гавдивар сидзнелебс да гансацтелебс хмертис небис танахмад. Потому что он иногда нас так работает над нашим сердцем. Имитом ромис хандаханасе мушаоб чвенс гульзе. Знаете, возлюбленные, проблемы. Ици чему дзвирпасебо проблемеби. Иногда нас приближает к Богу. Хандахан чвен гвахлоебс хмертитан. Потому что любая проблема, имитом рому ховели проблема, это крик души к Богу. Эсари сулис гамодзахили гмертис мимарт. Проблема, она тебя воспитывает. Проблема хшират чуэн гзрдис. Потому что он из тебя хочет сделать молитвенника. Имитом рому масунда шенган млёцвели гамозардос. Потому что он хочет научить наше сердце. Имитом рому масунда ассавлёс чуэн сгульс. Быть зависимым от Господа. Ихос дамок и дебули хмерце. Это первая причина. Эс арис пирвели мизези. Потому что он действительно работает с нашей душою. Имитом ромис нам двилад муша обчвен сулзе. Вторая причина. Меоре мизези. Мы иногда живем по плоти. Чвен хшират цховробт схеу хорциелат. И делаем поспешные выводы. Да, на надрев, когда схватили бы псвигеб. Исайя 30 глава, 1 стих. Исайя, соцдамия, ты тавис первели мухли. Там Господь предупреждает нас. Ик упали гуаптхилеб чуэн. Не делать поспешных выводов. Аргак это надреви даскунеби. Без его ведома. Мисси небис гареше. Потому что когда мы хотим принимать какие-то жизненные решения, имитом ровроца чуэн гвинда мивихот рагат схоуреби сеули, когда схватилебеби. Мы должны вопрошать Господа. Чуэн унда вкитхотез, гамовитхотез гмертизган. Потому что не всегда наше мнение, имитом рому ховелтуис чуэни азреби, совпадает с волей Божией. Арем тхуэва мис небас. Это очень важный урок для нашей жизни. Эсари залиям нишнелованы какуэтили чуэни цховребистуис. И третья причина. Да месаме мизези. Когда действительно человек живет под угнетением дьявола. Адамияни роца цховробс эшмакис ценехис квэш. Когда ты не можешь противостать бесам. Роца шен цинагм дегобасу вегаруцев демонепс. Которые атакуют твою жизнь. Ромелиц таусес хмиян шен цховребас да утевен. Которые атакуют твои финансовые возможности. Роца исени таусес хмиян да утевен шен финансур шесадзлеблобепс. Поэтому иногда мы должны выходить за сферу духовного понимания. Чуэн хандаханунда гамовидет сулиери гагебис перодан. В чем причина твоих проблем? Раши арис мизези шени проблемебис. И один из уроков я понял.
Да эрт-эрти гакветили ме висауле. Когда я вхожу в посты, роцаме шевдивар мархвебши. Когда я начинаю искать богоискание, роцаме вицхеб хтиздиебас. И когда я начинаю искать ответ от Господа, почему я в таком состоянии? Да роцаме вицхеб дзиебас гмертисаганту ратом варме асет мдгомареобаши. И когда я успокаиваю свою душу и свой разум, роцаме вацкнареб вамшудеб чемсм самшвинвелс да чемс гонебас. Потому что мы существа суетные. И митом ром чвен амаобашим хопи арсебеби варт. Мы иногда очень много времени даем суете. Чвен хандахан залиан дид дрос утмобт амаобас. И Бог не может говорить к нашему сердцу. Да гмерц аршеудзли эла паракос чвенс гулс. Когда человек в сильной суете, роца адамиани дзлиер амаобашия. Человек не может слышать голос Бога. Масаршеудзлия моисминос. И иногда нам надо остановиться и войти в посты, чтобы вопрошать Господа, почему я в таком состоянии, по чьей причине. И тогда Господь тебя успокаивает. Аминь. Причина номер один. Это Матфея. 17 глава. Матфея, 17 глава, с 14 по 20 стих. Тут ученики хотели изгнать какого-то беса. Ак Иисус моцапебс ундодат гандевна рагац демонис. И когда они возвратились к Господу, дароца исени дабрундену палтан, они не могли его изгнать. Мат вер гандевнесис. И тогда этого бесноватого привезли к Иисусу. Дамашинес шепхробили демонит миуанес Иисустан. И Господь его изгнал. Да упалма из гандевна. Тогда ученики спрашивают Господа, почему мы не могли его изгнать? Башин моцапе бекит хебиан упалс. Чуен рату вершев дзелит миси гандевна. И тут в 20 стихе. Да аяк меоце мухчи. Господь предупреждает нас. Упали гуаптхилеб чуен. Иисус же сказал им, холоман утхарамат, по неверию вашему. Ткуэним цирерцмен из гамо. Первая причина, ирвели мизези, которую Бог нам не может ответить. Роца упал царше удзли, як випасухос. Хотя душа наша может взывать к Богу. Тунда чуэни сули амдрос эдзахис гмерц, моитхоус мизган. Но есть понимание в голове неверия. Маграм тавши арис гагеба урцмунуэбис. Обратите внимание, что они хотели изгнать этого беса. Миакциет курадгеба моцапеб зундо датим демонис гандевна. Но в голове у них происходило неверие. Маграм мат тавши урцмунуэба триалебда. И это одно из препятствий, причин. Эс арис эртерти цинагмдегоба да мизези. Вы помните священника Захарию? Ткуэн гахсоут мгдели Захария. Вы помните, например, что у него не было с Елизаветой детей? Да, и цитромас Елизабеттан, это Дархауда Чвилеби. Это Лука 1 глава с 11 по 20 стих описывает эту историю. Лука с 1 лита висметерт мете меоце мухлеби, ахцерс ам история, сес Иоанне натлис мцемлис дабадебис история. Обратите внимание, Захария был священником. Миакциет курадгеба Захария ико мгдели. Он знал волю Божию. Манитсо да гмертис неба. И у него не было детей. Масархавда швилеби. Для священников это был позор. Мгдулебиствис эс ико сирцхвели. Потому что священники должны были быть плодоносными. Имитом ром мгдулеби унда копиликнене накопиереби. И во время, когда он пошел в храм делать каждение, тут появился ангел. И ангел ему говорит, Захария, молитва твоя услышана, и у тебя будет сын, и наречешь ему имя Иоанн, так или нет? Таркмев масахельц Иоаннес. Но тут у Захари происходит война в голове. Маграм Захария ставший ицхеба ареулоба оми. Как это может быть? Рокурунда мохтесе. Я же стар. Мехо бебери варукуэ. Вопрос возникает тогда, зачем ты просил ребенка? Машин рагато китхуарис, машин рагато тхаудишвилс. Душа-то просит. Зульс унда. В голове происходит война. Маграм тауши ярисоми. А как это может быть? Дорогуруна мохтесес. И вы знаете, что делалось? Да и цитра мохта.
Ангел его наказал. Ангелос мой дасаджа. Целый год не мог говорить. Телиц элию из верла паракобда. И там четко написано за то, что ты не поверил словам моим. Имитом ромар да дауджере чем ситквепсо. Вы понимаете? Дгесмит. Наше прошение. Чуменит ховна. Должна соответствовать нашему пониманию. Исунда этан хмебодеш чуэнс гагебас. Это должен быть комплекс. Эсунда ихос комплекси. Что у меня нужда? Я прошу, и я стою в вере, и часто исповедую свою веру, а не ставлю Богу какие-то условия, потому что Захария ставил Богу условия, а как это может быть, я же стар. Первая причина. Это неверие. Ирвели мизези, эсарис урцмунуэба. Вторая причина. Меоре мизези. Марка 11 глава, 24 стих. Маркозис метертмете тавис отзда меотхе мухли. Вторая причина, почему Бог тебя не может отвечать. Меоре мизези турато марк пасухобс гмертих шират. Это прощение. Эсарис патиеба. Вы знаете, что такое прощение? Патиеба. У вас когда-то обидели люди? Родисме уцхенине биат квентвис халхс. Кто-то навредил вашему сердцу? Винмем зиани могакенат квентс гульши. Кто-то оставил вам раны на сердце? Вигат сам дагитоват гульши чрилоба. Давайте прочитаем этот урок. Модицавикит хотес гакуэтиле. Марка 11 глава 24-26 стих. Маркозис метертмете тавис отздаотхи отздаекси мухлеби. Потому говорю вам, амитом геубнебит. Все, чего не будете просить в молитве, обратите внимание, все, хвела, что не будете просить в молитве, дальше, верьте, что получите, мигебт, и будет вам. Дамогецемат. Но тут Господь дает еще условия. Маграмак упали депсерт пиробас. И когда стоите на молитве, да роца дгахарту лоцваши, прощайте. Миутевет. Прощайте. Миутевет. Это очень важная процедура. Залиан мнишнелованы процедура. Одна сестра во Христе. Эрти да Христеши. Которая она позже приняла Христа. Ромельмац, что там угвиане ведь мига упали. А до этого она была в концлагере в германском плену. Да, манам де исихо саконцентрацио банакши, Германияши, тхвед. Ее так измучили. Из им денат гадзамес. В немецком концлагере. Германул саконцентрацио банакши. Что ее вес был всего 30 килограмм. Из месяц она сулрагат отздати килоихо. И когда освободили советские войска. Дароца сапчота армия мис гантави супла. Она проехала в Европу. Из цавида Европаши. И прожила там. Да иц ховраик. И там нашла Иисуса Христа. Да ик миго Иесо Христе. И вот когда она получила духовное образование. Да роца ман миго сулиери ганатлеба. Ее спрашивают, где ты хочешь идти служить? Да мас утхре садгинда цахвидером им сахуро. Как вы думаете, что она избрала? Дорогор пикроб, дра ирчи аман. Я хочу служить немцам. Меминдавем сахуро германелес. Я хочу любить их. Меминда михуардесис. Хотя они издевались над моей телой. Тумца исини дан дамцинодны да чем схеул самахинджебны. Это очень важный урок. Эс залиям нишнолованы гакветилия. Как вы думаете, когда висел Иисус Христос? Ицит роца джуарзе кида Иесо Христе рогор пикро. Истекая кровью. Роца исисхлис ганицлебода. Вы знаете, как он не разбушевался внутри. Ицит искиар браздебода да киар духда шигнит. Он не имел гнева на своих врагов. Масарконда рисхуа тавис мтребзе. Но он с любовью сказал. Масикуарулиткуа. Отец, прости их. Мама у апатии. То же самое очень важен этот урок для нашей духовной жизни. Прощение производит действительно силу в духовном мире. Какие бы у тебя раны не были, научись прощать.
Это очень важный урок в нашей духовной жизни. Запомните, братья и сестра, Бог нам простил. Мы должны простить тоже своим обидчикам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших. Вы знаете, возлюбленные, человек, когда не хочет прощать, для него закрыты небеса. И человек начинает заболевать, потому что молитва его не доходит до небес. Это очень важный урок в нашей духовной жизни. Пусть Господь исцелит ваши сердца, братья и сестра. Давайте находим третью причину. Это притча 28:9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Вы понимаете, в чем суть? Кто отклоняет ухо свое от наставления, когда Господь тебя хочет наставлять, когда Господь тебя хочет обличать, когда Господь хочет тебя назидать, а ты отклоняешь свое ухо, не хочешь быть послушным и покорным, то и молитва твоя мерзость. Это очень важный урок. Поэтому в Экклесиаста 4:17 это рецепт. Готов сердце свое более к слушанию, нежели к жертвоприношению. Аминь. Поэтому вы должны быть действительно научиться быть послушными духовным лидерам, пастору. И тогда Бог видит твое покорное сердце. И тогда Господь действительно будет твою молитву принимать. Это очень важный урок. Давайте найдем четвертую причину. Давайте найдем Якова 4:3. Четвертая глава. Однажды мне Господь обличал по этим причинам. Четвертая причина тут говорится. Просить надо на что? Давайте прочитаем. Просите и не получаете. А почему? Потому что просите не на добро, а чтобы употреблять для ваших вожделений. Однажды, когда я был только-только начинающим христианином, я увлекся учениями Йонги Чо, Дэвида Йонги Чо. И там он говорил в одной из книг, когда просишь что-то у Господа, если даже финансы, то проси точную цифру. То есть если 1000 долларов,
то скажи Господу: Господи, мне нужно $1000. И так воодушевило меня это учение, что я однажды прицепился к Господу и просил у него $2000. И вы знаете, я стоял в вере. И проходит где-то 2-3 месяца. И вдруг Господь проговаривает в мое сердце Духом Святым. Этим стихом. Просите и не получаете. И тут вся моя вера разрушилась. Да, а я говорю: Господи, почему? Ты просишь для своих вожделений. Ты проси на добро, чтобы мое имя прославилось через эти нужды. Ты мой служитель. Я знаю твою нужду. Я обеспечиваю тебя каждый день. Если твоя прошение прослужит для моей славы, тогда я тебе отвечу. Потому что Писание Матфея 5, Матфея 5 глава, 16 стих, там написано: видя ваши добрые дела, чтобы прославили Отца вашего Небесного. И поэтому, возлюбленный брат или сестра, если ты хочешь что-то получить от Господа, проси на добрые дела, чтобы прославилось имя Господа Иисуса Христа через эту нужду. Это очень важный урок, потому что мы иногда можем раниться, рану получить. Почему у нас нет ответа? Поэтому исследуйте свою духовную жизнь. Потому что нам еще надо дожить до дня смерти, чтобы идти домой. Поэтому всегда исследуйте свою жизнь. Почему тебе Господь не дает ответов? И тогда мы получим урок для нашего изменения. Амин. Пятая причина. Открываем тоже Иакова. Первая глава. Как вы думаете, что является пятой причиной? Вы знаете, я когда обнаруживал это место Писания, Иакова 1 глава, 6-7 стих, 6-8 стих. Давайте прочитаем. 6 стих: но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и раздуваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Человек с двоящими мыслями не тверд во всех путях своих. Пятая причина. Сомнений. Двоящиеся мысли. Знаешь, как ромашка. Любит, не любит. Человек с двоящимися мыслями. Слушай, если у тебя нужда, ты в сердце тверд, что Господь услышал твою нужду, и ты уверен, что Бог тебе ответит, потому что Он является твоим отцом. Он контролирует твою жизнь. И действительно, Он видит твои нужды. И ты уверен, что Бог
тебе ответит. Поэтому никогда не думай, даст или не даст. Всегда будь тверд. Будь ревностен. Как-то Господь приводит одну притчу. С дороги зашел к нему друг. И еще ночью. И тот спрашивает: слушай, друг, дай мне два хлеба, а то ко мне пришли гости, и нечем их кормить. А тот говорит: слушай, не беспокой меня, а то я уже на постели со своими детьми. Но тот его друг говорит: слушай, я не отстану, пока не дашь. И тот действительно встал и дал ему две хлеба, чтобы тот уже ушел. Это называется по неотступности. Встанет и даст. То же самое вы в своей молитве. Будьте неотступными. Если это действительно нужда. Аминь. И давайте посмотрим шестую причину. Это очень важный урок. Возлюбленные, эту причину, конечно, даже и у меня была. Потому что я вырос, конечно, в цыганской культуре. У меня действительно были действительно такие идольские проблемы. Знаете, как всякие идольские предметы. Знаешь, у нас в цыганской культуре вторник не чешутся, то есть не прочешают себе вторник. Сам шабат тавсарда и варцхниян. Не стирают. Арецхавен. В среду не кушают. Худшабат арчамен. В пятницу тоже не кушают. Спараскемся арчамен. И много таких предметов. Да залием беврия сетирагат. Когда спрашиваешь у них почему? Да ту экит хеби матуратом. А я не знаю, так наши предки передали нам. Ну, чё на рвите, да се чё на мать, и на прям магад мог сесть чё. Есть много предметов и идолов. Арис залием беури сагне бидак эрпеби. Давайте откроем Иезекииля. Боди гадавшалот Иезекиели. 14 глава. Метотхмете тави. Это очень важный урок для нашей духовной жизни. Эс арис залием нишнолован и какой ты личу они сули эрис. Иезекииль 14 глава. Иезекиелис метотхмете тави. С первого стиха. Ирвеливе мухлидан. Восьмой стих. Мерве мухличатулит. И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых. Та Израилис ухуцеста гадмовиднен кацни да дасхнен чем сценаше. И сели перед лицом моим. Та дасхнен чем сценаше. И было ко мне слово Господне. Да ихо уплис ситква чем дами. Сын человеческий. Дзео кацисау. Эти люди амкацебма допустили идолов своих в сердце свое. Керпеби дайдес тавиант гулебши. И поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Та сакутари урджулуеба дайдес дабрколеба трогорц. И тут ответ. Да, акарис пасухи. Могу ли я отвечать им? Рогор упасухо мат сачироебас. Поэтому говори с ними. Амитом элапараке мат. И скажи им. Да утхари. Так говорит Господь Бог. Асы амбобстко упали гмерти. Если кто из дома Израиля. Тути те уликаци Израили сахлидан. Допустит идолов своих в сердце свое. Ромелиц гульши дайд гамс керпепс. Да сакутар. Да, и поставить соблазн нечестия своего перед лицом своим. Да сакутар цод вас дайдебс дабрколебат. И придет к пророку. Мереки миваци настарметвельтан. То я Господь. Шесакитхат. Да ме упали вар. Могу ли при множестве идолов. Да ме упали миси керпебис симравлис михедвит. Дать ему ответ. Кавцем пасухс. Пусть дом Израилев. Пусть дом Израиля. Ром Дави Бруно Израилис Адзрис Гули. Поймет в сердце своем. Ром Гай Гоставис Гульши. Что все они. Ромелиц Тависи Керпебис Гамо Гамиуцховда. Через своих идолов.
сделались чужими для меня. Поэтому скажи дому, ибо если кто из дома Израилева, это мой стих, и из пришельцев, которые живут в Израиле, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку попросить меня через него, то я Господь, дам ли ему ответ от себя. Вы знаете, возлюбленные, есть такие, я не хочу сейчас что-то сказать, идол — это то, от чего ты больше зависишь. Есть предметы, которые действительно люди в греховном мире почитают за силу. И есть, которые действительно уповают на такие вещи, которые, например, могут думать, что это сила какая-то Божия. И заодно они приходят тоже к Господу и вопрошают Господа. Поэтому Господь говорит: не могу дать такому человеку ответ. Поэтому наша цель — очищать себя от всяких посторонних предметов, которые не приносят славы Господу. Однажды муж Божий, Дерек Принц, хотел купить здание, находящееся возле церкви. И он действительно много молил Господа, чтобы Господь финансировал его, чтобы он купил это здание, но никак не мог получить ответ от Господа. И однажды Дух Святой ему говорит: иди себе у себя дома и посмотри, что у тебя на дверях висит. И он пришел у себя дома, и действительно на дверях у него был дракон. Этот дракон оставался от его дедушки. Его дедушка служил когда-то в Китае. И он привел его из Китая и передал внуку. А тот, ничего не подозревая, взяли, поставили его прямо у косяка дверей. И у него часто препятствия были, пока Дух Святой не указал на проблему. В Китае поклоняется дракону. Поэтому я тебе не могу дать ответа. И как он убрал этого дракона и выбросил где надо, через неделю он выкупил это здание. Вы понимаете, возлюбленные? Однажды в библейской школе преподавали ученикам. И когда пастор всегда учил у студентов, они всегда засыпали. И пастор удивлялся: почему студенты засыпают во время уроков? И он не мог понять, пока не вошел в посты и начал искать ответа. И Господь показывает: посмотри, что у тебя на окне. И когда он посмотрел на окне этого здания, там находилась пепельница. Но пепельница с такой коброй, голова кобры была. Эта пепельница была привезена из Индии. А как мы знаем, в Индии поклоняется кобре.
да индоечи такван семен кобрец. И очень большое влияние происходило через эту пепельницу. Да залиан диди гавлена иху ам саперплес мешеоби. И Дух Святой сказал: выбери это, и ты посмотришь результат. Да, сулиц мида мутра муашоре сакидан да шена. И действительно, когда он убрал эту пепельницу. Да, роца ман муашоре саперпле. Ни один студент за все время уроков не засыпал. Поэтому, возлюбленные, посмотрите свои дома. Очистите свои дома от всяких гороскопов. Бывает в газетах, вы не подозревая, там есть гороскопы. Исследуйте ваши дома. Что есть постороннее, который не прославляет Господа. И поэтому вам Господь даст ответ. Пусть Господь вас благословит. И напоследок я хочу сказать. Самая важная процедура в христианской вере. Это терпение. Давайте изучаем Евреям 11 глава. 10 глава, 35-36. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. И самое главное, терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Первое – терпение. И второе – исполнить волю Божию. Что это значит – исполнить волю Божию? Когда Бог тебя призывает на какую-то духовную работу, и ты начинаешь исполнять Его волю, тогда Господь ответит тебе в твоих нуждах и в твоих проблемах. Терпение первое. И второе, исполнить волю Божию. И тогда ты получишь свое обещанное. Аминь. Аминь. Давайте встанем.